своему 50-летию премьер-министр Медведев получил подарок – орден за заслуги перед Отечеством первой степени. Это высшая степень этого ордена, статус весьма и весьма велик. Председатель правительства награжден за выдающиеся заслуги перед государством, большой вклад в социально-экономическое развитие Российской Федерации, отмечается в тексте указа главы государства. О том, что реально может стоять за награждением, заслуженно ли оно и о чем говорит факт награждения, рассказал постоянный эксперт накануне ТВ политолог Александр Жилин. Да, безусловно, это орден, который должен вручаться действительно за заслуги перед Отечеством. Такие значимые заслуги, которые отмечают и указывают на особую статусную роль человека, носителя этого ордена. Поэтому много вопросов возникло и в интернете, и в блогах. Почему Дмитрий Анатольевич? В чем его заслуги? В чем заслуги вообще либерального этого правительства, которое, по мнению многих экспертов отечества, сбивают экономику России. Я, как гражданин и налогоплательщик этой страны, не вижу причин и поводов наградить моего соотечественника Дмитрия Анатольевича даже медалью за отвагу. Разрушена медицина, разрушено образование, социальная обстановка такая, что пенсионеры вынуждены работать, чтобы оплатить постоянно растущие тарифы ЖКХ, объясняет эксперт. Александр Жилин уверен, за такое не ордена, а сроки надо давать. Власть должна отвечать перед собственным народом, а вместо этого премьер играет в iPhone и iPad. И это в то время, когда стране нужно серьезное мобилизационное правительство, готовое радикально перестроить экономику. Эксперт уверен, время игр закончилось. Я считаю, что обстановка настолько серьезная, что нам нужно не детское правительство сейчас, нам нужно правительство, готовое к войне. Я, как гражданин своей страны, патриот своей страны, я могу оправдать это награждение только одним, его отставкой. Если это вкупе с отставкой, тогда все замечательно. Флаг ему в руки. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для «Накануне ТВ». Подписывайтесь на канал «Накануне ТВ» и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».